О, привет, проходите. Спасибо. Друзья, это Ребекка. Привет. Привет. Она моложе и гораздо привлекательнее его. Берт, Ребекка, простите меня за неподобающие замечания. Да не переживай, все в порядке. Вот видишь, все в порядке, не нужно было меня наказывать. Да это было не наказание, давайте ужинать. Но ты заставила меня сидеть на лестнице и думать о своем... Иди ешь.